Приветствую, друзья! Сегодня постараюсь буквально за пару минут показать, чем лучше всего отрезать полиэтиленовые трубы. На примере PEX-A Ростерм. Это у нас однопроходные труборезы. Однопроходные, это значит, они отрезают трубу за одно нажатие. При этом, обратите внимание, труба не теряет форму. Мы можем отрезать и такими труборезами, это тоже однопроходные. Видите? Здесь лезвие клинообразное, здесь прямое. Но суть одна и та же, за одно нажатие мы отрезаем трубу. Если мы работаем с вот такими универсальными труборезами, то у них здесь лезвие толще, значительно толще, поэтому они, как правило, деформируют трубу, тонкостенную, полиэтиленовую или металлопластиковую, вот здесь видите. Наглядно покажу. Вот, причем это хорошие чешские ножницы, но при этом деформация все равно есть. Конечно же, можно все это исправить калибратором, либо такая хитрость, когда мы отрезаем трубу, мы отрезаем ее с проворотом. Тогда деформации нет. И без проворота. Сейчас хорошо получается. Вот деформирует уже. И вот здесь хорошо видно, что оно, труба овальная становится. Вальная. Но зато этими труборезами можно еще полипропиленовую трубу отрезать. Вот Ростерм, армированная полипропиленовая труба. Вот, храповый механизм позволяет это сделать за несколько нажатий, даже толстую трубу до 40 диаметра эти ножницы подходят. А вот эти однопроходные, они подходят для небольшого диаметра полиэтиленовых или металлопластиковых труб. Ну, конечно же, если человек работает с полиэтиленом, полипропиленом, то ему подойдут вот эти ножницы. Если только с полиэтиленом, металлопластиком, конечно же, нужно будет использовать вот эти. Это проще и быстрее. Можно сэкономить время и выпить чашечку кофе.